серая лучше. Клади, ага. Дим, если готов, начинай работать. Как тебе удобней? Хватит, хватит. Ветерочек хороший. Все, бросил, бросил. Все, работаешь спокойно. Отлично. Можешь развернуться. Хорошо, вперед, вперед. На груди, на грудь. Вот, вот. Не надо так смотреть, да, только сбоку. Дим, спокойно, спокойно. Ложись прям, ложись, Дима, ложись на ряды. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Руки просто все. За спину. И сам корпус. Чуть-чуть, вперед. Чуть-чуть. Все. Еще чуть-чуть. Только вперед, 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 не в бок, всегда вперед немножко. Теперь сюда. И вперед, Дима, всегда вперед идешь. Все, все. Сюда. Пережимаешь немножечко. Все, достаточно. Разворот. Дим, разворот надо делать быстро. Работай, работай, пока не упало, работай. Все, клади, клади, клади. Пригаси, пригаси, не бегай, пригаси. В рабочее положение из этого положения давай. Дима, разворот должен быть плавным, но быстрым. Я понял. То есть, вот долгий разворот, ты понимаешь, ты же стропами работать начинаешь. Ищи. Разверни сначала, вот хороший ветерочек идет какой, давай. Положи, положи, положи. Гаси, гаси, гаси. Вот, вот так вот и стой. Сюда немного, вот так вот. Когда ветер накачивает крыло, его продергивать не надо. Просто подними руки, дождись, когда он наполнится само. Сейчас под него подбегаешь и сразу от него, когда оно поднялось. Давай, 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 давай. Тащим, тащим, тащим. Отлично. И от него, и от него, и от него. Вот, пригаси-ка левантычками. Влево сам смещаешься чуть-чуть. Все, все. Право чуть-чуть. Пригаси-ка левантами. Так, Дим, подгашиваешь консоль, которая наверху, не обе. Сразу со строп сади.
раскладываю в рабочее положение. Когда крыло поднято, у тебя ориентировано соседнее крыло, откуда ветер идет. Угу. Видишь, да? В рабочее положение сначала. Не подергай, не надо. Просто держи его и все, оно само. Чуть-чуть приподними. Положи, подойди. Вот. Сейчас вот смотри, сейчас оно его отвернет назад, когда. Вот. Хороший. Поднимай. Ветерочек отличный. Да кто дождался наконец-то ветра с хорошим крылышком. Посмотри вниз, стропы ли не запутаны у тебя в ногах, Дим. Обязательно всегда это проверяй. И от него, и от него. Пригаси чуть-чуть клеванточками. Чуть-чуть пригаси. Все, 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 достаточно. Назад, не в бок, назад. Во-во-во, работай, выделишь. Давай. Все, клади, Дим. Подгашивай. Одной клеванты подгашивай. Пока работаешь, и не холодно. Такая горячая кровь идет. Так, Дим, сейчас тебя завернет его. Найди ветер. Подними и против ветра разворачивайся. Поднимай, смелей. Стой, Дим, стоп. Шлем одень. Давай, перекуривай. Значит, шлем. Сейчас пока застегиваю. Выстегнись, я пока с этим крошком поработаю. Иди вон с Ванькой пообщайся, он тебе сейчас теорию немножко качает. Да просто брось, я разберусь. Где ветер-то? Ха-х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 а
звоним. Ладно. Хорошо. Thank you.
А зачем он хочет сложить-то? Еще хочется поработать, раз уж приехали. Давай на грузе. Пойдешь вперед? Ну я могу идти вперед. Мне вообще просто, вот, видишь, как аж бегом можно бегать. Ага. Здесь же квадратов, блин, хрен знает сколько. Тут просто вот лежишь и отдыхаешь. Не, сейчас отдохну, еще поработаю. Когда еще наземкой так спокойно позанимаешься? Никогда. То все летаем, да летаем. О! Так грузы переносить можно в поля. Че, давай разворачивайся, да подлет сделаешь, я тебя толкну. Все, давай, вот. Не, все, давай, положим. А то Диме потом. Пушку взять, вот первый будет в розочке 10. Так Дима потом все поназемец, мы поэтому не несем. А я предлагаю Диме взять трос и вот попробовать с тросиком. Но это если Диму потаскать, нам-то чего? Ну да, подрабатывает прямой старт. Посадочка, вот, пожалуйста, будет горка такая вот будет вверху. Ну вот пусть он Кушлевича младшего берет, пару раз поднимет его, а потом мы его потаскаем. А Кушлевича? Да, для начала на Кушлевича попробуем. Просто ему к этому крылышку уже надо привыкать, он на нем летать будет. Ну, значит, на тандемном. Вадя, а выключать тоже верхнюю, да? Тандемная тащит, сволочь, прям. Я на пятку встал и поехал. Ну, а я ложусь, у меня выскальзывает на жопу и прикольно. Не, вот согласись, с ним тяжелее работать, то есть надо. Конечно. Но, знаешь почему? Его ряды, короче, обычного крыла, они длиннее. Поднимать надо, привыкнуть к нему. Потому что вот сколько я с третьего или с четвертого раза только его поднял. We'll be right back.